Если ты не стесняешься включенной камеры, света прожекторов и чувствуешь себя раскованно в кадре, приходи на кастинг проекта ОТВ «Лица 3». Дмитрия Солдатова сегодня без труда узнает каждый, кто включает телеканал ОТВ с самого утра. Ведущим программы «Наше утро» он стал благодаря проекту «Лица». Дмитрий признается, что о кастинге узнал совершенно случайно и специально к нему не готовился, но все же сумел покорить жюри легкостью и харизмой. Это чудо, просто чудо. То есть я шел мимо кастинга, понял, что, скорее всего, это моя история, и я должен попробовать себя. Зашел на кастинг, и так получилось, что вот уже пару лет я... Хочешь попасть в нашу команду? До 12 июля 2021 года. Оставь заявку на сайте 1obl.ru. Для этого нужно записать короткий видеоролик на тему «Почему я хочу стать телеведущим?». Я думаю, что нужно просто быть собой, быть настоящими, ничего не бояться, приходить и пробовать. Кастинг пройдет 19 и 20 июля с 11 до 17 часов в торговом городе «Алмаз».